Готовься к смерти! Он не работает. Так, я на месте. Господи, тут просто ад какой-то. И такой огромный. Ну и бардак. На зараженных они не похожи. И трупы все еще теплые. Судя по записям, первую партию оборудования сюда доставили. За несколько недель до эпидемии. У них все было спланировано. Они выпустили вирус, а потом сидели и смотрели, что произойдет. Видимо, на этих людях испытывали противоядие. Должна. Все зашло слишком далеко. Постарайтесь это контролировать. У вас получится. Я пытаюсь, но всего этого не должно было случиться. Помогите мне это уничтожить. Похоронить все это. Они больше не должны это использовать. Надо помешать им повторить то, что они сделали с Полонаем. Хватит! В каком смысле? Это их рук дело. Эпидемия на Полонае. Это они виноваты. Испытывали биологическое оружие. И мутаген. Он нас всех уничтожит. Вы не сможете это контролировать. Это будет контролировать вас. Можно принять противоядие. Неужели не понимаете? Противоядия нет. Меня поймали, когда я пыталась проникнуть сюда. Испытали на мне мутаген, не зная, к чему это приведет. Они не знали, что у меня иммунитет, как у вас. Смотрите, в кого я превратилась. Я всех их убила. Мы не сможем это остановить. Надо все это уничтожить, пока оно не уничтожило все. Карл, мы можем это контролировать. Покинем остров, и нам помогут. Помощи не будет. Нам не спастись. Никому из нас. Мы слишком опасны. Нам никогда не покинуть этот остров. Никогда. Карл, нет! Такова будет цена за спасение мира. Я с радостью заплачу. О, нет!
Всего один укол. Только один укол. Иначе мне ее не остановить. Пока что я держу себя в руках. Харлоу ошиблась. Почему вы меня не слушаете? Так ты этого боялась? Попробуйте теперь меня остановить! Кажется, я снова в норме. По крайней мере, очень надеюсь. Что вы со мной сделали? Оглядитесь вокруг. Разве вы не видите? Если вы уедете с острова, весь мир будет таким же. Вы — вестник смерти. Простите, Харлоу, но я ни за что не поверю, что надежды больше нет. Так, пора искать катер. Наверное, это где-то здесь. Техники. Когда мы поднимемся на борт, даю вам слово, мы сделаем все, чтобы вас вылечить. Я выберусь с острова и без вашей помощи. Я уже нашла катер. Я же знаю, что вы приняли мутаген. По вам видно, вы не сможете ни сдержать, ни остановить его. Если вы хотите хоть когда-нибудь вернуться к нормальной жизни, вам надо пойти со мной. Да пошли вы, Серпо! Вы еще увидите! Thank you.
Так, слушай, у нас есть план? Или мы тупо решили, не глядя, вляпаться в дерьмо? Нельзя расслабляться. Мы в шаге от спасения. Сперва думаем, потом делаем. В такие моменты... Надо проверить порт. Посмотреть, есть ли там корабль. Ну да. Всю жизнь...